Я вчера тоже попробовала закрывать. За ночь придумала, вот что по теме зеркала. Это вот принцип связи, ну, система гомеостаза, отражение. Но только вот выше еще даже вот пилотаж получается, что когда ты смотришь в зеркало, то вместо себя любимой видишь его любимого. Песня «Сольвик», деревня Александровка, 21 век. Баю, 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 а я себе желаю, пока еще живая тебя повышила мне сердце мое. Ой, да чего ж красивый, ой, да чего ж пригожий, ай, что не скажешь, дива, ай, право, молчишь, так тоже радостно мне в сердце моем. Баю, баю, баю во сне, тебя спасаю, и время зависает, и стрелками пронзает сердце твое. Ты плачешь, сердце мое. Ой, да, поплачь, мой милый, ой, да, кричи, хороший, ай, я, наверное, сильна, и я. Тебя не брошу, сердце мое. Ой. Баю, 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 а я уже слепая, засыпает тебя, все поджидает сердце мое. Любовь бывает, когда восторг. Душа ощупывает душу, душа обнюхивает душу, отступает всякий торг. Любовь бывает, когда точь-в-точь, еще когда так не похоже, когда внутри какой-то сторож сомнения, ревность гонит прочь. Любовь бывает, когда вопрос: ты что такое означаешь? Прикосновение не означаешь, и духа бурный, звездный рост. Адам Мицкевич. Чем же с тревогой тайной на нее я смотрю, ее речи говорю. Я ее не люблю, не люблю, не люблю. Что у меня в них, в простодушных речах, тихой девочки с женской улыбкой, что в задумчиво робко смотрящих очах этой тени воздушной гибкой. Отчего же и сам не пойму, мне при ней как-то сладко и больно. Отчего трепещу я ей невольно, если руки ее на прощание пожму. И спешу насладиться и жадно ловлю мелодически детские нежные речи, отчего я боюсь и жду с ней встречи. Ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю.